Нормальный человечек. Но очень капризная на тренировках. Она сегодня что-то не получается, она будет работать по 8-9 часов, и просто ее не выгонишь. Она такая вот упертость татарская, как это называют наши тренеры. Ну, в общем, качество скорее положительное, чем отрицательное. Нет, иногда бывает и отрицательное, потому что ты изводишь не только себя, но и тренера, который с тобой работает. Но Марина Анатольевна Говорова, тренер, который сейчас не работает, ее подтянула, конечно, до уровня, какой мы сейчас видим. То есть вытерпела все эти восьмичасовые отработки элементов. Вот хотя ты сказала, Лейсан, что у Оли есть такие элементы, которые больше никто не делает, а остальные делают одно и то же. Но вот я не соглашусь. Вот посмотри, в каждой программе какой-то, ну, хотя бы один такой элемент, которого нет ни у кого. Вот у Алии тоже была. Вот у нее свой коронный вот этот элемент. Ну, это поворот, да. А вот ловля тоже была, когда обруч просто плашмя упал, не задев ее. Когда она вошла в него стойки на руках. Да, да, наверное. Но просто у Оли колоссальный поток, я об этом говорила. И... Ну да, возможно, но есть такие ловли, которые девочки, например, боятся делать, да? Вот как мы видели у многих. А Оля идет на каждый элемент и рискует очень сильно. Поэтому вот я об этом пыталась сказать. Ну, портачила, к сожалению, в концовке наша Алия. И поворот завалила, и что-то там явно выбросила из своей композиции. Повтор. Нет, не того самого элемента, к сожалению. Вот это вот очень сильная связка. Да, переворот с вращением, равновесие переднее, и из него выход в поворот. У Алии Гараевой лучшая подруга Вера Сысина. В Новогорске они живут в одной комнате уже на протяжении 6 лет и поддерживают друг друга. И выходные проводят вместе. То есть такая вот дружба стран. Оценка Алии 17.